Вот сегодня, 21 апреля, город дождался прибытия поезда Победы. В прошлом году он проехал у нас мимо, проскочил через Аполлонку, там остановился, люди стояли, но никто не вышел, ничего. А сегодня, благодаря главе нашему, все-таки посланству Григорьевск, прибывает поезд Победы. Здесь должен сделать остановку. Люди собрались в ожидании, ждем. Время еще как бы есть. Да, город Григорьевск тоже был оккупирован, освобождался. С собой своего деда, который прошел всю войну, призывался из города Киева и закончил войну в Чехословакии. Сам он с Орловщины, воевал в Сталинграде, прошел большой боевой путь, имеет награды, и мы не могли не взять его фотографию, так как, может быть, бессмертного полка в нашем городе не будет и по всей стране. Мы хотим, чтобы он присутствовал при этом мероприятии. Народ все увеличивается, количество больше и больше. Смотрите, уже столько. Прибывает он со стороны города Новопавловска через станцию Аполлонскую. По информации, значит, к 11 часам он должен подойти. И будет у нас на станции находиться до 14 часов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждем прибытия поезда. Готовились к этому мероприятию фактически целый год. С Аполлонки он должен приехать. А, смотрите, сколько людей. Пришли школьники. Там импровизированная он эстрада. Будет выступление. А с той стороны у нас стоит кухня полевая, каша будет. Ну, вот так встречали поезда Победы в 45-м году. Не может быть по-другому. Мы все чтим память наших дедов, воевавших. И... Уважаемые пассажиры, для приезжающих не надо переступать через веточку. Поезд пройдет на первый путь, остановится. И начнется театрализованное выступление здесь артистов. Там музей будет. Думаем попасть туда. Поезд Победа прибывает на первую в первой платформе номер один. Будьте осторожны и внимательны. Yeah.
Взрослые это все видели, а дети хотят приучать к патриотизму. Как?
Это взрослые, кстати, понимают. Передавали с поколения в поколение нашего музея. Вот сегодняшний ретро-поезд «Победа» — это частичка этой истории. Навсегда 17 лет. Я стану добрым ангелом над вами. Как странно звук, что есть у взрыва вкус и цвет. Как страшно слышать гул войны глазами. Я посмотрю на землю с высока, презренно страх теперь уже не ведом. Я частью стал бессмертного полка, чтоб для страны своей добыть победу. Я частью стал бессмертного полка, чтоб для страны своей добыть победу. Здесь режет синеву нацикрась, открою солнце новые просторы. Но рвется душа от бессилия такого,
ждет скоро фронт трудовой. Вернемся, конечно, обратно мы снова с победой над этой войной. В этом сражении и железнодорожники. Станет поезд, отдаст машиниста, а чаще помощник Жезу, дежурному по станции. Дадут же оба, они укрыться лицами, грязные, протертые подлокотники окошек, забудутся они в тяжелой бремя. Кочегар склонится над топкой и так нестерпимо жаром отдаст ему грязное лицо. И курит, и говорит, спит с открытыми глазами кочегар. И машинист, не снимая руки с реверса, тоже отдыхает по его положению. Выйдет дежурный по станции,
посмотрит на усталое лицо нашей Христа. А вы тоже кому-нибудь передадите? Подождет немножко и чуть виновато скажет. Поехали! Мелька! Как задумано было судьбой, несмотря ни на что, вперед! И не важно, что поезд твой должен точно попасть под налет. И железнодорожный состав шел вперед под радом свинца и до самых далеких застав вел оружие, помощь бойцам, доставляя продукты, снаряды. Машинисты не знали сна, знали только, что очень надо, чтоб закончилась эта война.
Понимаете? Зааплодировали и наши. И в ту ночь уже, до самого утра, никто не стрелял. We'll be right back.
Это просто
судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла, это просто война. Он отчизне доверил все, что знал 18. Это просто война, что мальчишку нашла, это просто война. Шлю публике привет сердечный. Сегодня отдых вам дозволен. Пришел сюда, чтоб смех беспечный звенел, как буйный ветер в поле. А если кто устал сражаться, с тоской на небо смотрит хмуро, невольно станет улыбаться, когда сюда приходит дуров. Я покажу вам редкого зверя. Опасен и прожорлив он, и небольшого хоть размера, но аппетит его силен. Он всю Европу сожрал, но наши против него встали. Народ советский устоял, его мы надрессировали. Справедливый закон не приложен. Справедливый закон не приложен. Зверь, отведавший крови людской, должен быть навсегда уничтожен человеческой твердой рукой. Капут! Вот так будет со всеми, кто пытается нас сожрать. Фашиста, цирковая собачка, барон. Внимание!
два, три, але, оп! Ваши аплодисменты, друзья, Владимир Дуров и Барон! Из исторических ценностей поезда Победы — это паровоз. Иди колесо потрогай. Я боюсь. Да не бойся, иди, я сниму, давай. Вот какие большие колеса у него, да, красивые, да. Будешь машинистом или кондуктором? Вот такой красавчик к нам приехал. Вагон душевая. Все, идем назад. Кабинки здесь. Ой, можно было раздеться. Кабинки в этой. Там вот была душевая, можно было зайти помыться. Фонари висят, скамеечки, можно было посидеть здесь. Здесь была душевая. Отапливалась вот буржуйкой. Стояла. Труба выходила в потолок. Тут еще дверь была на эту сторону закрыта. Вот такие вот. И водичка питьевая была. Попить после баньки можно было. О, шайки, тазики. Видишь, какие тазики были. Вот такими тазиками мылись. Наливали туда воду. Такой тазик наливали воду. Мочалку, мыло. И вперед. Сдалась. Нет. Не хочешь? Да, вон полотенчика даже висит. Видишь, заходили здесь, купались, раздевались. Вот такая жизнь была военная. Это вагон теплушка. Ехали солдаты на фронт в таких вагонах. Спали вот на таких деревянных. На стилах. В три ряда. Там имущество складывали туда. А две полки занимали. Тоже была буржуйка посредине. Вот такая вот теплушка вагон. Да, война есть война. Тут было не до шика. Что было, тем и пользовались. Вот так вот. Вот такой вагон.